Включить микрофон, чтобы на стриме было слышно. Да, да. Конечно. Видишь, опять попугая прославить твою. Банши. А вы сомневаетесь в банши? Я в банши вообще ни разу не сомневаюсь. Это как бы стало моим любимым вообще варфрейком в игре. Люди спрашивали шифр стикачева. Ты Виктор. Серьезно? Скажи ему, что делится, парни. Блин, Петросян, конечно, молодец. Блин, я думал, он недооценит эту шутку. Даже от меня. Блин, кого мне тогда взять, нет? Нет. Вот она так что возьмет, правильно? Поставь тогда сейчас за место уверенной стойки сальто. В принципе, ты сразу будешь на ногах. Пока поляришь. Блин, мне его переполяривать надо будет. А, ладно, пофиг, все равно эти умброформы валят, как нихуя делать. Так, это усиление убираем тогда. Ставим. Ты что, ты еще одного некроса не создашь? Нахуй мне еще один некрас. Как ты че? Было 300 некросов. Ну, блин. Чтоб кто-нибудь посмотрел твой профиль, у тебя там куча варфреймов. Ты такая, да, я слышал, у меня там. Да у меня их и так куча. 30. Вроде. Разве это куча? Да. Мы не расскажем. Ну сколько у меня сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ты можешь их посмотреть. 16. Где ты их можешь посмотреть? Так, подожди, 16? Ха-ха-ха. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 на 3 это сколько? Много. 40. Так, подожди. 16, 18, 48. Да. 50 варфреймов! У меня сейчас в наличии 50 варфреймов. Серьезно, блядь? Притом, слышишь, Лёх, он написал не шифр, а шифер. Он шафер. У него шифер. Печатался, шафер он хотел написать. Где-то закачал, блядь. Фармится. Вот шифер, блядь. Так, ладно, хайник раскачается. Блин, а где же я смотрел, чтобы общее количество фреймов показывает? Какой арчинг на Уране? Он имеет в виду... Лепектон написал. Запчастюльки для шипа. Ну там Нептун и Юпитер вроде. Две силы все. Так, стоп, ну блядь, а где же я тут смотрел? Ну я вроде как готова. Ну, я вроде того. Так бы тоже. Ну что, вы все готовы? Банша, некроз, эшос. И погнали. Так, патька закрытая, естественно, никто не присоединится. Да, даже будь она открытая, никто бы не присоединился. Откуда ты знаешь? Потому что я пару раз забывала этот ставить закрытым. Не, ну это постоянно, всякий случай. Значит, нам...
место потом же, как оно бывает, если кто-то присоединился, бежит на эвакуацию, мы потом, ну, нам, нас грустно все. О, спектра рощи можно ёбнуть. Надо было как-нибудь сходить. Да, можно. Приставки. У меня хватает путиков на этом аккаунте. Того же уже все нету. А, ты сейчас не с основного? Это с основного, все того нету. Я его обратно отдал, продал. В смысле продал? Ну, я покупал как бы аккаунт, человек продавал консоль и продавал аккаунт. Я его купил, поигрался, там что-то где-то покачал, докачал, прокачал, блядь, и в итоге спустя там сколько, 2 или 3 года он вернулся. Я предложил вернуть его практически за те же самые деньги. То есть там вообще... надо было чуть побольше цены. Да, ну, блин, делать. Чем говорят? Символически взял и все. Сколько, вот сколько вот за сколько он мне вот это примерно за сколько же. Только с учетом того, что тут аккаунт подразграбили. Когда он уходил, причем совместно там все дербанили, кто чему. Моды, мистики. А я его немного подвосстановил. Я не пустил все равно. В общем, как бы. Теперь у меня один аккаунт. Да и слава богу, меньше заморочек. Хотя с другой стороны, меньше вылез. Можно подумать, что он падает что-то помимо ебучих моментов. Да, блядь, Эмбо. Ладно, еще башню начинала. Блин, из-за этого не знаю. Из-за Верлея. Сегодня играл. Такого мощного. Рика Феникс. Да. Что самое удивительное, когда, ну, короче, ну это на центр вижу привет, там что там выбивать там, короче, моды, ну на колеба. Это люди, а мне как раз вот этого карта со второго. И мода одного нету, как раз вот что-то вот этот на парную жалуюсь. Походил, в итоге выбил все. Достаточно. Помню, еще в друзья какого-то хрена добавил. Для чего не знаю. Да, это же такое. Ты чё, ты с кем-то гонишь? Изгнан, изгнан. Или ещё что-нибудь. Блядь, ну вот это вот бред. Вот с этим не играй, с этим не играй. А иначе я буду... А иначе ай-яй-яй-яй. Зато есть. И соскучишься. Так, где будем стоять? Да, ну, не, ну, можно, чтобы у нас не было. Бац, народ закончил. Завод, коридор, все нормально стоит. Коридора? Давай коридору. Да. Ему тут дома нет. Блять, замечательно. В смысле? Ну в смысле, помещать, ты же? Да. Ну вот и что. Я так спался. А, блин! Не, главное, Рон. Парад мобов аккуратно. Life support incoming. Да, у тебя же стремление еще тебе неплохо должно качать. А ты только одного лева этого получается? Больше ничего накачал. А, еще Ливия. Нет. Another life support capsule is now available.
Блять, надо еще переделать чуть-чуть. Ну, что делать-то? Я хочу сделать, думаю, чтобы он это... Ты что, свет щиты делал? Появлялся. Только здесь не летит, как никто. Так, а нахера без смерти лечить? Все равно не стреляют. Не, ну так, смотри. Стреляют, не стреляют, но, допустим, вас видят могут. Один хрен убежим вместе. Знаешь, как там бывает? Случайно прилетела, шарная пуля, все дела. Так, могут. Ебаться, сваться, вот он. Там, кстати, тебя что там получилось, посыпаемся вот это. Там то не для взрослых. А, потом. Чего там типа? Подписчики все ушли. Что делать? Далеко я убил. С нашими мотиками придется много сейчас не будет. Our operative is making progress. This will help our cause. Extraction is available. Да, побежали уже. Ага, да, да. Не были. Слушай, тебе интернета хватает же вот этой скорости? Да. Очень даже. Да. А ты себе выкупишь почему или что? Да. Блин, бедный телефон, наверное, в гробу переворачивается от радара. Ну что ж запустить ты, чувак, да? Да, ничего, короче, я тихо, тихо, вот так будет тебя снова. Я говорю, мы уже не пользуемся вашими штуками, а отстегнитесь. Вот это новая компания, слушай, они вам не помогут, что, блядь, подумать, помогут. Они помогали. Это, блядь, раз я с ним, блядь, ругала, что нихуя не сделала, блядь, ну, понимаешь, кайф. Ну, Ростелеком, слава ему упала. Видишь, как рекламу дадим. Антирекламу скорее. Не, ну почему? Я с тобой живусь, а не еще 10. Блять. А че, у меня скорость вообще такая 16 мегабит, между прочим. Ой, нихуя себе. Да. Вот. Что? Летаешь просто. Просто улетаю. Особенно, когда надо новую игру скачать. Я улетаю, просто. Блять. Я помню, как я раньше игры качала с книжками, блять. Дело, понятно, что будет скачала. Особенно, если больше 100 гигов, это просто пиздец. Не, ну если больше 100 гигов, то нахер такая игра. Тем более, ну, мне вот, к примеру, Конан очень нравится. А он 150 вроде весит. Ну как бы еще. Да с гусями, ладно, шутками. Кнопка упала, что поделает, это у кнопки. Блин, там мессенджер рядом, что не сорян. Давай подымем. А, мы его забили. Вот, а с этим интернетом получается, игра была 8 гигов, я скачала в минус за 6. Я, блин, господи, как я кайфовала. Ну так нету, наверное, твоих самых любимых видео. Хватает. Да, вылетов нет, интернет работает нормально, стабильно. То, что я теперь не боюсь ходить на выбивалку. На долги, да. И то один раз у меня на 2 чем-то там часах вылетела игра, когда я соло играла. И везде, я думала, я нахуй телевизор разобью. Да надо было просто вызвать этого техника, этого поскольку моего там быстренько чика, чика. А зачем телек-то тут причем? Прикопали голоса, блядь.
Ну, блин, то, что тогда, мягко говоря, сильно расстроилась. Что уже? В то время не считать пустую. Мне интернет не позволял, потому что там стримился один Майнкрафт. А сейчас Майнкрафт. Вот, а сейчас мне спокойно хватает скорости, чтобы с вами комфортно играть, хорошо. И вон на компьютере я, получается, блять, я зачем делать и забыла про это. А чё, она пропала? Да. Да и на тебе новое. Мы тут не на тебе новое. Это русский телефон виноват. Ого, виноват русский телефон. А какая у тебя скорость стоит? А, что? Да, потому что не повезло мне. Да, блядь, мне же красиво, я не хочу. Ну, знаешь, я когда какую-либо игру качаю, мне все равно предъявило стоит телефон. Да почему робот? Нет, это из-за, ну, самого Xbox'а. То есть он не позволяет мне... Ты кабель подключил? Да, кабель. Вот, и он мне не больше 140 не дает, хотя все близко. А ты на другом любом что-то не проверял? Да, конечно. На компьютере у нас все, там, даже лайфер. Закрой, сейчас не могу посмотреть, тебе Wi-Fi здесь на 5G заканчивается. А, кстати, а на Xbox и какой Wi-Fi на этом настроен? Ну не 5G? Нет, еще не 6G. Надо посмотреть, нет, потом. 24, выстрел. Нет, нет. Там они стоят, что ли? Лёха, а ты уже перешёл на Series X? Я на Series X перешёл, знаешь. Перед Новым годом решил себя порадовать. И себе есть. Ну, блин, чё, я так подумал, блин, меня жаба. Это надо покупать нормальный этот. Либо телек, либо монитор. А мне как бы, ну, пока это того, что есть. Блин, мне HD-шка, да. Блин, как бы 4К у меня нет. Я смотрела телевизор, который специально под Xbox сделан. Он стоит всего 600 тысяч. Чего? Муравьёв, блин? Тенге, блядь. Тенге лучше. Нахер это надо? Ну, как я поняла, это пока единственный телевизор, который может полностью показать все специалисты, которые поддерживают сразу всё. Нет, нет. А что же это такие? LG, вот как у меня, на NSL, то есть 4К без проблем, чтобы это делать. Нет, там приколюха в другом, то что есть какая-то херня, и там получается, она не может, нет телевизоров, которые могут поддерживать её и ещё там какую-то херню одновременно. Не. Ой, было. Блин, я тоже что-то такое читал. Потом мы уже создали вот телевизор, который может поддерживать сразу всё. Ну, короче, я чисто искал телек, который, блин, был 4К, чтобы это поддерживать.
Я его нашел, я его не больше не видел. Ну вот, а я просто говорю за тот телевизор, что полный, который... Да, что полностью весь потенциал нету поддержать двух телевизор. Нет, я смотрела полностью, а вот это как-то... И, кстати, на шуте, вот у него мало достанет, дара нет, но игры икса можно перекидывать на сити, играть с него. Ой, да, простого, с бокс One. Я как бы сидел, я вот перекидываю игры, чё, не адаптированный по одному сити. И нормально всё равно. У меня ещё осталось с этого. Старые спадки еще у меня создалось для накопителя 250 гигов, как бы. СДХ подключил, перенес, играет точно так. Блять, я подобрал нахуй, не просто долбал. Как же без кучи шаблей? Понимаю, что меньше сенсов. Зато мы такого геморроя будем ждать, еще что-то высматривать. Да. Не, было бы это уже... К скулу, я помню. Убил эту скулу. Убил эту. Выбил, нет. Ну то есть оно стрит. Я уже меньше трачу. Тайку перестал уже тоже. Не знаю, на чем мне играть. Мерки я уже купил. Ты не знаю. А я похуй прохудилась. Да ладно. Да. Начал тут всякие мэрочки на брагу, пиямы. Знаете, наш цель крываться, типа, пиямы. И... Симфот, тысячи. Осталось? Это 30, по-моему, да. Все равно это нормально. Больше миллиона. Блядь, двойной болтала. Да это хороший же вот это вот. Блин, кому-то совпал. Бафы дает. Не, он собака бафы не дает ничего. Никакие. Собака дети. Да. Ты че не возьмете? Да, ну и не скорее всего собака, да? Ну да. Ну по привычке я стал. Стоп. Не, просто я не поменял. Я беру вообще на всех фреймах в последнее время. А на Эше просто я не убрал. Просто не убрал. Бас, мне не очень хорошо, но есть голды, где надо сколько дамажили. Ну, побилось, что ли? Получалось 3. Нет, я имею в виду то, что нужно, чтобы варфрейма дамажили. Какой где? Чтобы энергия там была. У меня тут был ровный вес. Например, у меня на Эскальбура одел то, что мне нужно, чтобы меня били. Причем много на миссии у меня такой бил. Просто вот у меня смотри как. Нет, не убиваем. Уходим. Блин, убили. Сколько там осталось? Ну нахрена. Блин, мне просто напрочь показывают ватово. Ебал, смешно. И Саш, чтоб дамаживать, блять, я говорю, что так же синт ворот на возьми, и все. Ставь этого. Вот тебя будет забирать, вы за доводы. Если тебя.
какие женщины полные. Да нахуй, блин, я тебе говорю, за что Вот, к примеру, у меня на Экскальбуре две потоковых способности, причем которые, ну, прилично так ману едят. И комфортно играет, и только вот у меня дамажит очень сильно. И больно, да? Да. Способности все отжирают здоровье. А пока меня домашний здоровье, я получаю этот энергию. То есть так взаимосвязано. И сам батька, наверное, есть, но способ ничего не делает. Ну да. Вот я за это и говорю. Я просто не на всех не знаю, что батька. Вот, сюда не два. Жалко. Чего? Чего? Я кити говорю, дай баф. Look what our Tenno operative just found. They could not do this without it. Yeah. Живем. Так, по-моему, уже застояли 20 минут стоим. Что, 20 минут? Я меньше. Сейчас не согласна. Блин! Нет, ну можно постараться. Ты настолько в себе не уверен? Не, я настолько могу запахнуть. Блядь, подобрала я центр. Ёбаная. Зачем мне кошак вот этот барбос наиграет? Вот допустим, решил куда-то дойти. Как оно обычно. Да. Его обратил за мной. Пока могу вернуть, я могу. Если это месяц, меня никто не дамажит, но слышу, что это работает прям аж ухо хорошо, но достаточно потребление. Во время качи тоже. Бывало, поверь мне. Особенно когда-то, когда еще. Сейчас же качнул, блин, до формы, и все уже улыбаешься. А раньше же ты каждый раз сбрасывали все способности у тебя. Нахрену так было бы. Чтобы полирнуть, допустим, раз 5 кого-нибудь, ну, надо было убиваться. Я нормально оружие. Пошел качаться. Ну, без мистера. Да и с мудаками, блин. Которые выходят через 5 минут. Ну, он куда идти? Как бы да. Так, конечно. Как вариант. И что-то, ну, прикололся. А если я попробую какую-нибудь вот такую вот херню? Кнопка упала, нет! Вот это я пропустил. Ой,
какой ты мудак. Плохо выстрел-то. На Эрику напал. За что? А вот эти способности, что ты снимал? Отмет накидывал химию. Да, это добрый. А что ты говоришь, есть ли вот это химия, блин, потом рюк упал, блин, что это? Выслепил. А, я хочу, короче, приложу сейчас на эти штуки, которые отказывают не смотри, а... Ну, попробуй. Состояние, по-моему. Ну, давай, мы тебя пока прикроем. А это на где? На мобильном приложении? На рабочем уровне. Не, я с компа пробую включить. И не активирую. Да. Готово. Показывает какая-то херота на трансляции. Ну что, много вам нужно здесь мало? Сколько тысяч? We will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Чего? Кого? Много. Ну, просмотр. Ну, вас смотрят. Ну, два человека сидит смотрят. Ого! Блин, да мы уже не будем. Да все, нормально так. Все, теперь можно на работу идти. И вот, блин. Ты никак не собирался. Пися, пожалуйста, дай мне баб. Не надо. Так. Я тоже хочу не работать. А я вот не выходного. Я кстати тут. Как тебе в мобильной зоне? Я, блин, буду, мэм, ну, чё? Ах, ну, надо другую же делать, типа, посвежее. Да есть у меня другая кошка, которая в картине. Да, я тут что прилетело мне такое. Харка, ты помощь. Хорош души травить, конечно. Саша вот просто сейчас вот... Так, все. Стрим окончен. Блин, почему? Кому-то кошка дает бафл, кому-то стримом полбу. Ну, мне как бы и не должно рвать, да. Во, правильно, сюда иди. Да, такие обычно долго не живут, которые баб. Это все знаем. Нет, не думаю, что их зависит, или что такое. Да, я не думаю.
его надо. Энергии нет, вот так правильно. В смысле энергии нет? Да я тут, блин, пруд бегает. А ты от этого? Вертилась. Да. Вот сейчас у тебя энергии взяли. Я энергии хватает в голову. Энергии эффективно, что он уже выжил. Я использую немного чего. Откажешь, потому что первый, второй и да? Ну мне надо клапать, мне туда же одноразовый, у меня несколько раз надо клапать. Прямом. На фонар. Попробуй поиграть через журналист. Ну да, один мод у тебя улетит. Зато мистик добавит. Ты волокно поставишь своего кошака? Нет, ты как бы убил, так просто я не хотел бы заниматься. Тебе только... А что там у тебя такое происходит? Вон он у тебя падает постоянно. Если ты поменяешь дуть, то ты надо... Да я, блин, я просто не знаю. Не хочется, да? Вот так и... Ну, да не, 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 не. Ух ты, кто-то такие. Не, 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 не понравилось. А, тут. Не. Мне так вообще. Я просто еще даже мрак еще потом не могу. Ты сюда не. Ну еще пока просто не задействовал. А что ты задействовал, когда сталкер приходит? Когда сталкер приходит, я... Я сама не так. Я же несколько раз его не трачу. Сколько у тебя же энергоэффективность на твоей банши? Я очень люблю. Там что-то смотрел. А зарядка у тебя нет, да? Ну нет, да? Ну у меня энергия пустынная. Что-то у тебя что? Ой, меня уронили. Прилетело бунда. Вот так же и мы. Ну, чуть-чуть на лиде есть. Да, вот. Оп. Привет. Ой, там не хочу еще перекидывать. Я очень часто использую скиллы. Честно, меня должна быть щит классно. И полных щитах, как бы, меня достаточно неплохо. Блин, у меня звук, короче, залагал по ходу. Кто? Звук залагал. Когда приходил этот дебанат, который... На могучего мне пульс кидает. И ты меня снова походу залагал. Оно не особо слышно. Да, тебе там. Может отключить микрофон опять включить? Нет. Нет. Я говорю за то, что в игре, помните, проходил банат, который кидал на магнитчик мэп. Пули то, что все лично. Вот это наш пули. Это нормально. Ну все, каждый по разу упал точно. Опа, баф. Баф. Так, а что, может, теперь для того, что... Знаешь, что, я не знаю, что ты баф. Теперь для того, что... Что?
Может, ты просто перезапустишь этот стрим? Да не стрим, голова, игра. Господи, вы будете играть. Там да! Оно слышно, но не особо. Долго молчим нельзя, даже слушать. Ты сама говоришь, что он смотрит уже. Смотри, блин. А, все уже? А, это из-за звука. Может мне помереть? Резко, да, чтобы разойти? Ну, типа, вот полегче мне. Глядишь, что ж ты можешь. Она догонит еще раз, да. Только не тебе надо баф. На Эльзе. Бейте меня, господи. Бейте меня. Ясно. Ну, давайте. Господи, блин, давайте, лейте. Я тебе подниму, Саша. Я, да, я очень хочу. Вот, всё, посадим. О, блин. The longer you fight, the more successful we will be. Ты теперь нас уже слушаешь? Нет. Чё за херня? Для людей стараюсь. Блин, может там были специальные животные. Она пластика им стала обидно. Держала его. Не будем вас. Так. Так у него много смотрящих, нужно вот, вкладываться в рекламу, чтобы тебя узнавали. Ну, во-первых, нужен контент. Это прям это да, основное. Это тоже очень важно. Просветите малообразованного контента. Ну даже если будет контент, даже если он будет какой-то там немножко бабка, чтобы набрать аудиторию. Стримы? Ну все просветите. Знаешь, другие платформы? Да, мистер. На ютубе я выкладываю записи стримов. Ну, да. Потому что вы будете на ютубе после версии? Господи, простите меня. Я так быстро зашла. Бьют лампу, что дела. Точно так же. У меня универсальный вид на все. Я не моя. Нам Лана на яму. Ой,
Тогда не выкинет. Хорошая мысль. Блин, кошка, короче, на меня черпает. Ябка. Блин, против зараженных вообще пипец. Там постоянно что-то энергию берет. Особенно после часа. The longer you fight, the more successful we will be. Ну тут, по-моему, не лапки так же, вроде как. Сколько стоит? 4 часа? 5? Почему не слышно? Я что, вот это вот все время, вот эти вот 48 минут сама с собой сижу? А сам в команде, по-моему, можно использовать ее аут. Применение лёжки не могу. Ну, сейчас, подожди. Всё, отбой. Я услышал. Зря панику, что ли, поднялся? Да. А это чтобы не расслабляли. А, чё, кошатка, вот он. Ну, я, короче, поняла, сегодня есть люди дебаха. Так точно, ты. Во! Аккуратненько подбраться. Ну, мало ли даст. Я тебе даже скажу три игры. Да ладно. Мне показывают пока два. Пока что, да. А так ты. Блин,
Да, совместно, надо совместно стрим сделать. Разделение экрана? Ну типа того. Разве так можно? На миксере, я знаю, можно было так сделать. Нет, можно, можно. Типа просто, я не знаю, просто можно ли тебе это через Xbox сделать, но... Типа делаешь там, кажется, стрим, делаешь, вставляешь руку и туда. Я считаю, что вместе работать с ключом майк стирается и типа делаю, как мистер был до этого. То, что можно будет через главную панель запускать. Блин, ну как он? Ой, да, печально. Там было все количество, все, что можно было установить передать. Или то, что можно было поднастрать в игре. А там, короче, то, что зрители могут взаимодействовать так дроид такое. И там можно было там поднасрать в игре, или наоборот, что-то не буду. Да, подождите. Нет, подписчиков на объем, я не сразу приехал. Ну, это удивительно, вот эти быстрые. Да, да, конечно. Уже грибу. Я хочу, может, мне уберется. Такая малюхонькая аудитория. На день рождения. Просто приколюху хочу изменить. Понимаешь? Ты не зарядник где-то там на уме Франции еще где-то. Я просто приколюху. Во-первых, у меня камера нет. Во-вторых, идите нафиг. Можно телефон даже. У меня нет телефона. Вот телефон был, а телефон. Не понимаю, что это. Нет телефона, нет проблем. Бедный ты несчастный. Let's go.
Так, у тебя три телефона, останется два, но по сути один. Что-то здесь не так. Чисто звонилка нужна Nokia 3000. Звонилка. Да почему чисто звонилка? Этим телефоном, блин, в случае, к примеру, нападения на улицу можно отбиваться спокойно. Угу. Гвозди, да, отбивают? А потом объяснять мне, что это была самооборона. Share in this bounty. Hold out as long as you can. Yeah, а это уже на iPhone же? Правда, он там уже... Он уже обновление не принимает. Это, ну, все равно iPhone. iPhone же мне. Да я не понимаю, кто это. Полистательство? Ну... Половина земного шарика. Блин, я тебе расскажу. Вмешательство вот в чем. Смотри, у меня был Android, вот, прям первый. Сначала вообще у меня был CDI, ладно. Вот. После этого у меня был Android, телефон. Блин, мне он пришлось обожаться. Я купил себе, короче, четвертый iPhone. Вот. Билет. На тот момент. Вот. И, блин, я так и понял от этого просто. Он не глючил, он просто не глючил. Он работал вообще как в часы дня. Именно настоящий, да, там, кусашки. Пирачки. Блин, он меня еще делал просто. Ну, где-то не знал от этого телефона. И у меня после этого, так, да. Он задолбал, он меня задолбал, блядь. Он меня сыграл уже. Это он еще ладно, в принципе, говорит. А он порой визит, так как сука. Да есть, есть. Я тебе... Ну, блин, по большей части ты переплачиваешь чисто за бренд. Не, ну... Ну, половину я сказал. Половину я сказал. Ну, все равно Android со временем, блин, тут это вообще жестко. Прям, вот после обновления какое-то, обновление выйдет. Почему? iPhone нету, это я тебе скажу. Он, вот, допустим, вот сейчас, когда у тебя уже обновление, когда у тебя обновление уже не пошло, вот, тогда, да, может быть, все там, все другие, но тоже пойдут, да, то есть подбор, кто собирался.
О, а там же клен. Ну, для работы, конечно, нужен Android, но у меня... Я его не покупаю, потому что у меня есть мой бизнес. Свои деньги. The longer you fight, the more successful we will be. А наш тут не охотно. Конечно, Петр, вон он, что? Ну, ты что, кайф, вон там камера хорошая. Где там, ну, камеру тогда не купить. Намного дешевле пойдется. Ну, не сложнее, не сложнее, камера, блин, там, такие, что-то, профессиональные, что-то есть. Нет, можно купить очень хорошую камеру, которая... явно стоит половину дороже, чем айфон. Сколько стоит? 20 тысяч? Если 13 макса разработчик, то не так. Вот, 160 тысяч рублей. Блять, телефон, нахуя? Чтобы фоточку кота делать. Почему? Еще? Почему? Еще фотки еды и еще делать что-то. Да. Блин, это порт не так. Я тебе сказал, ничего я говорю. Потому что, во-первых, у меня уже пробежка, а да, у меня и... Ну, из-за того, что он быстрый. Жесть, какой быстрый. Ну, он, ну, вот это. Мне не удобно находиться в андроиде. Ну, это вот дело привычное, если я согласен. Посидеть на андроиде, потом подрывать. Но все равно, со временем андроид начинает лагать. Даже свой вот Samsung, вот это Samsung уже запрещены, например. Потому что швейцарская компания какая-то подала на них в суд за что-то там, кто-то у кого-то что-то украл. PayPal, вот. И типа, мы запретили стояли, мы запрещаем короче. По всей Европе? Да. Типа, короче, сейчас, можно сказать, не найти деньги, наверное. Вот. Ну, то, что на складе осталось, да, можно купить. А вот именно нового телефона, какие-то так, короче, права на PayPal. Просто что-то слили. Я телефон использую чисто чтобы... У тебя же нет телефона. Ты что, поверили, что ли? Да. Я по нему не звоню, ничего, я... А зачем мне он нужен, блин? Просто взяла из полета. Я почту проверяю, все. Больше он нахуй не нужен. Снимать, чтобы стали. Смотри, что.
А фон для этого уже не так. Снимать плясать на себя. Ну раз ты говоришь, что подходит, ради этого я так и буду в капусте. Да, снимать, будет палить. Ты главное это, донатную валюту. Ну, чтобы тебе донат. Да. Не, там сразу надо будет в строке это водить. Типа на iPhone. Мимасики смотрели меня. Да нахуй мне такой телефон не нужен. Это ты сейчас говоришь, а если ты реально задумаешься о конкретном стримах, тебе айфон там, ну, поможет, просто. То есть тебе... слишком дорогой, допустим. Ну, допустим, тебе соцсети, да, допустим, там, ну, надо же обязательно что-то создавать. Сейчас, подожди. Вот так. Look what our Tenno operative just found. They could not do this without you. Блин, нахуй телефон не нужен. У меня есть телефон. Все, ничего не все. У нас маньяла и шума. Ну, это будет подожди, поговорим. Если ты реально да, даже если захочу, у меня денег таких нету на такие телефоны. Господи, 160 тысяч. Все приходит. Визор, блядь, можно купить на эти деньги. Все приходит из того, что, допустим, рекламирование, да, то есть тебе пошла рекламная, рекламирование. Ну все, вот, ну, как портятся деньги, вот, если ты реально делаешь, как бы, стрим, подожди, на это. Да, ну, опять-таки, вернемся к тому, что я говорила, чтобы продвинуться дальше, нужно будет влаживаться в рекламу. Потому что, входит в дата-контент. Нихуя тебя никто не знает. Сарафанное радио, как вариант, тоже не особо, чтобы очень. Ну, здесь можно... Да, хорош, такая реклама. Можно попробовать эту рекламу, но сразу раз получается. Ну, тоже, да. Не очень иногда выходит. Бомбануть можно, без рекламы, но нужно именно вот там, ну, широкий обзор, не только одна игра. А, думаешь, у меня только одна игра, у меня там под ресней есть. А потом Горов, по-моему. Вчера проходил. Ебать, я там сидела в пикне. Ну все, я буду. Я нажал кнопку подсобу. Единственное, у меня сейчас проблема. Мне нужно научиться общаться. Ой, это... выражать чувства. Да понятно, это, в принципе, у многих проблем. Ты просто... Нет, тебя понимаешь, тебе... Так я сижу с вами, общаюсь, иди диалог, а когда один... Тебе для этого поможет как раз какой-нибудь, ну, человек, то есть еще один. А, и с помощью этого человека у тебя как раз ну, появится. Аудитория тут какая-то, да, и ты можешь с этой уже аудиторией уже общаться. Но... Ну, допустим, может быть. Да, ну хотя бы, вообще пофиг, ну, вообще пофиг. Обо всем можно поговорить. Вот, но для начала, да, для начала будет вообще там сложно, да, то есть
не будет у тебя зрителей, тебе будет скучно как бы сидеть. Для этого тебе как раз и нужны, ну, как мы с тобой сейчас общаемся, да, там играем. Вот. И это интересно. Вот. А после того, как у тебя уже появится, и тогда уже можешь сильно разбить. Нормально, вот, всё, подбахнуть трошку. Блять, ничего не сказал. Ясно, блять, прошел час. Час. Ну, смотри, я. Ну, конечно. Не, я сейчас получу, не покупаю. Опа, на, четыре. Может, человек из книги выходит? Да. Потому что для другого плойки не имеет смысла. Блин, йо, прокат это не то. Прокат это не то. Ты должен. Ну, я хочу чувствовать, да, что это моя плойка, я захотел. Когда захотел, тогда я поиграл. Вот. Это не то на прокат. Да не прямо, да, пошел новый купил. Почему? Такие же геймпады 5000 стоят, как и Xbox. Ну, конечно, Xbox у меня 13 стоит, блядь, но... У меня и вторая, да. Завидую. Я бы не отказался от дополнительных кнопочек. Ну, кстати, я не слышу только одну кнопку. У меня есть игры, которых иногда вот, капец не хватает кнопок. Например, вот в Паладин я играю. Да, кошка двойная балдова. Иногда там за персонажей мне приходится переставлять способности на кнопку А, которая отвечает за прыжок, а прыжок наоборот на ЛТ, чтобы я могла комфортно и прыгать, и ну, по сторонам. Да, мой. Да. Забрали. Это Лёк, я, блин, бился, сфотографировала на пронёт, а часика... Нет, никого, нет, никого. Запомнила прям. А это, кстати, это, не знаю, марка меня, у меня есть. У меня на пронёт есть. Блин, просто у меня. У меня сколько мэров на пистолеты валяются, это просто пиздец. Пиздец, да, пистолет. И как к этой кабине на разлом. Осколки разлома. Блин, вечно пистолет. Пистолет. Пистолет, я как да ты задрала. Оно ж там соскучилось, наверное. 25 января. 25 января. Да. Ну сейчас осталось часов 14-15 и сменится на вторую часть. Так что посмотрите на эту неделю. Это хочет, не хочется. И потом сменится там.
Блин, я, короче, тебе купила миску пранч, я счастлива. Просто... В смысле, ты купила миску пранч? Там не было миски пранч. У меня была... У меня был Барклей миска пранч. А есть еще Шандан миска пранч. Она выходила вместе с Простой. Я 8 лет спускала слюни на эту Шандан. 8 лет. А что, она симпатичная еще? Шандана, Миса, правильно. Она симпатичная? Да. Как она называется? Миса, правильно. По-английски просто немножко по-другому пишется. Как Миса. Вот. А на переводе они одинаковые. И вот Миса, правильно, выходила... с Праймовским фактором. Это было лет 8 назад. Блин, сколько я на него слышу. Вы что, сливаете? Блин, а покарик я не хотел. Из себя представляю. Да, если напомнишь, то снизу есть... Нет, я в смысле всем нет. Я в смысле сейчас я уже не знаю, не запахнусь в этом магазине. У нас следующая неделя. Вот, интересно, сколько там часов? 12, 13. Сменится этот... Прайм доступ, и будет ничего, да. Смотри, как у меня. Что я себе представляю? Ну что, куда моя? Ну, моя... Я уже поднимаю. Почему не так? Что тебе такое? Ну что, что не так? Это моя стадия. Поэтому я слышу, что не так. Не, ну скоро мне попадается просто не так. Как качму время? Да. Вообще просто. Эх, качму. Как я его любила. Как этот Харп от Лагмор, только, блин, во второй слой. Как я так побалась. Особенно, когда в голову попадают и разлетаются эти хуйни. Жалко, потеряли. Я очень надеюсь, что это будет еще когда его мало союз. Да не имеется. А, ну это я не считаю как. Да, да, что это? Что это прилетает? Да это скорее всего сугриков не бог.
остаться из этих репатов. Я специально этот блюд сделал для того, чтобы это в компании делать. А адаптация у меня стоит, если я один делаю. Если я открою большую возьму автомат, я тут буду лежать прикольно, постоянно. Но у меня ватенька, блин, фонарик, дай боже. Фонарик у меня что-то 12 их за один. 12 икс. И, блин, ну она сейчас, ну, более-менее живет, как сама видит, более-менее. Вот, а было, короче, я когда прививал ей вдохновление, более 22 икса, просто, такая невища, блин. Верю, но что это вдохновление? Довольно-таки жесткое все равно. Сделать в Варфейме. Look what our tenor operative just found. They cannot do this without you. Миша под фонарь, то есть я буду стоять, фонарик. Ну вот что мне, Алла, как я когда не ходила на минус. Как у меня банк фонарила, когда там кайфовала. Прилетали. Белый на банке, да. Блин, у меня зарядки нет, чтобы мрак еще не пихать. У меня зарядки. Мрак это, конечно, охрененная тема. Особенно если вообще в качественном радиусе идти. Как раз таки вот под сонаром, если ты делаешь, то у тебя там радиус и сила должна быть. И как бы вообще. Да, но энергии я и так считаю, а с мраком. С мраком зайдет очень хорошо, если хватит, у него будет стремная энергия. Вот прям без Б. Прям тогда получится саппорт и умирает. И вампирки дают, и фонарик, прям пиздец. Ну, почему я, она теперь моя любимая. Нет, не у меня в Арцеме классно. У меня раньше был любимый Warframe, это был он. Но это когда было еще прям первая часть всех этих до нерка блюшки, типа, вторая, первая фаза блюшки. Наступила вторая фаза блюшки. Ну, более-менее стало более-менее, короче. И потом они сказали, что мы, короче, не будем блюшки нормально делать. Наберем вторичку и основное оружие делать. Да, все, я перестал играть с Warframe. Блин, я помню, как только вышел Warframe Prime, я на полках такую жизнь сделала, там крики такие летели, это просто пиздец. Он этой палкой просто насиловал все живое. А потом мук еще. Спасибо. Палка в принципе еще неплоха, но уже не так. Ну да, а вот первая фаза тогда еще была первая фаза.
этого близко вообще просто хорошая такая. Ё, мне тоже баб дала, нифига себе, спустя, блядь, всего чего-то убивали. Сука. Нас наливай. Блин, у меня только сачок. Какое, про алкоголь вообще не имеет. Алкоголь это зло. Алкоголь это зло. За нас, за вас, за Кавказ. За нас, за вас, за вас. Блин, еще 50 секунд осталось. Это базу. Еще сколько осталось? 40. Да. Все, уже не успею, 30 секунд осталось. Ничего, сейчас придет. Если он на 30 мигает, то можно успеть, а так уже не успею. Блин, вкусная, это спасибо. Ну, ресурс хотя бы. Я один раз ходила, чувакам помогала с этими матричными уроками. Мы ходили на первого места, и мне хорошее было место одну матрицы 16. Ебать, меня там просто бахнуло. Ну так же, как и у меня сегодня, то есть двойной балдай. Ну это получается не двойной, а тройной. И бустером 20. Ну да, и... да. Не, я бустер не считаю. Подожди. Блин, честно, я вот пока, ну, пока только в рамках. Пока это не еще не то. Так, а сколько еще стоять будем? Двое.
Слушай, ну вообще пофиг на самом деле, можно и 15 часов стоить. Не, просто на, ну, пачку собрать. И нет. Ну, здесь, да, здесь появляются все, чтобы именно появлялись из одного. Ну, и пачку, естественно. Блин, сейчас такие. Ты хочешь попробовать большие силы? Да хотя бы хиль, блин. Алёха всех натявкает? Хотя бы хиль. Натявкает. Это подходишь и... Как бы так сказать, культурно. Самокупляешь всё живое? Ебёшь всё живое, короче. Я просто под фонаром... Вот, будет видеть, я могу прям фонарить, да почему у меня просто. А сколько там у тебя идет этот силы? Ой, я не помню, это надо смотреть. Нет, просто если ты возьмешь банши, я, у меня будет проблема, и я не знаю, кого будет, ну, кого. Ну, смотри, я убивать не буду. А я... Ты не мешай. Я-то могу убивать. И... Нет, просто... Можно и, блин, по одному, по два сценара кидать и убивать. Ну, это все интересно. Интересно, когда, блядь, мобы все ходят в этой зоне сценарной. Yeah. Это просто, блин, в коленку выстрелил, они все умерли. Потому что когда-то им мультфильме Skyfall. Не понял, но это так есть. Потому что интересно, что в игре как работает. Тебя видят, тебя дома. Тебя не видят, тебя видят. Логично, да. А, нет.
Блин, нет тела игры, нет проблем. Да, да. И тебя никто не дамажит. Тебя нет дамажит. Ну, блин. Выходи. Давай уже на ход. Просто я покупаю только руки. Look what our Tenno operative just found. They could not do this without you. Да, тебя пукнул. А ты не держал. А, у этой кобылы. What you have learned here will serve you well. О, вторичная ловка, сейчас пишется. А сколько сенсей? Сколько у меня сенсей? Это явно меньше, чем у тебя. Блин. Сейчас пойдет другую. Вы, кстати, знали, что добавили херню, то, что можно курсор менять? Ну, внешне. Я себе такой красивый курсорчик поставила. Сейчас я подойду. Угу. 68, блядь. 68. Эссенция. 68. Потому что я долбоёб пару раз. Минуток это на 10. Пойду похаваю. Спасибо.